По-моему, это та самая пакостная песня, в котором очень странное взаимодействие. Значит, давай поставим сейчас громкое место, припев, и послушаем, что там происходит с метрономом. Да! Воу! Двигаем, и мне нужно чуть поменьше фонограммы. Да, нормально! Отсюда! А, нифига, не отсюда. Вот отсюда. Да, хорошо, пожалуйста. Над чем поколдуешь? Не в эту песню. Его... Ставим другой. Да, да. Да-да-да, здесь нужен другой. Он клево звучит, но... Он клевый, да, но он не для этого. Именно нужно, мясо. Да. Тут хотелось, да, щелбана, чтобы он давал. А, вот еще. А, слушай, а у вас вроде, может быть, палочки потолще есть тогда? Может быть, попробовать их? Давай из контрольной комнаты палки повыбираем. Ну, в смысле, ты слушай, а я поиграю. Так, ну, похоже, что... А что тут еще есть? Вот это... какие-то похожие сильно. Да? Какие? Ну вот и ладно тогда.